Мощный взрыв прогремел на юго-западе Пакистана. Целью террористической атаки стали полицейские. Погибли трое стражей порядка, а также заместитель генерального инспектора города Квета. По данным местных СМИ, взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль с правоохранителями проезжал через жилые районы. Подробности атаки пока неизвестны. Следователи выясняют, был ли это террорист-смертник или заложенное у дороги взрывное устройство. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.